В Краснодаре орден мужества вручили курсанту авиационного училища Михаилу Яманову. Это он в апреле сумел отвести аварийный самолет от жилых кварталов. Решение о представлении сержанта к награде принял министр обороны. Указ подписал Владимир Путин. Во время набора высоты в 200 метрах над землей в кабину влетела птица. Стекло разбилось, осколки попали в двигатель, который тут же вышел из строя. Сложнейшая ситуация даже для опытного летчика. С земли предлагали катапультироваться, но внизу был густонаселенный район. Михаил Яманов принял решение вести самолет на посадку. Лететь пришлось, лавируя между проводами. Я сначала, конечно, думал пролететь их сверху, вот, но у меня был очень жесткий дефицит по скорости и по высоте. Вот, это, к сожалению, не представлялось возможным. Принял решение пройти под ними. Вот. Сделать с запасом, успешно справился, даже провода не порвал. Я поэтому и тянул самолет к земле, вот, не бросал его, потому что как он поведет себя без меня, я не знаю. Вот. И, ну, я был готов покинуть его в самый последний момент, да? Вот, но все-таки принял решение именно такое. Ко всему прочему, в самолете был полный бак топлива, который мог сдетонировать при ударе о землю. Тем не менее, курсант успешно совершил посадку в чистое поле.